На конференции по итогам работы Казахстанской федерации бокса за 2017 год ее руководитель Тимур Кулибаев оценил успешное выступление отечественной команды на чемпионате мира в немецком Гамбурге и отметил очередной успех команды «Астана Арланс» во всемирной серии бокса. А в честь 84-й годовщины образования первой отечественной боксерской организации вручил специальные нагрудные знаки отличия за заслуги в развитии казахстанского бокса. Добавлю, что до конца этого года состоятся еще несколько значимых событий. Это чемпионат Азии по женскому боксу во Вьетнаме, чемпионат страны среди мужчин в Шымкенте и Кубок Федерации в Алматы. У нас успешно работает наша академия бокса. Мы ее расширяем. Она у нас вышла на безубыточность. Она начала показывать положительные доходы. Мы загружаем не только нашими спортсменами, боксерами, но сейчас пригласили проводить там сборы, очень природные климатические условия, очень выгодные для подготовки спортсменов, и различные сборные нашего Казахстана сейчас проводят свои сборы там.